Ты с утра пораньше за светофор принялся, да? Вот это чело. Я гречку варю, ну, в общем, все как обычно. Да, на все кнопки нужно нажимать, да, Линочка? Ты что, какой лохматик у меня. Ты такой чистый. Когда будешь даваться, делать прически, не знаю. Ну, давай, мама, включи, давай, давай. Это не от этого телевизора, Алин, от другого. Дети, вы сегодня с утра сами на себя не похожи, это... Не успели проснуться сразу из раскраски. Это как так? Миш, ты что рисуешь? Вот эту машину. Бронетранспортер, ты хотел сказать? Это у нас береговой, беговой, беговел. Еще скажи, артиллерийский комплекс. Нет. Супер. А что? Это к чуфей пушка. А, батюшки. Алиночка тоже рисует. Ну, ты вот так вот возьми. Карандашик как нужно держать? Вот так вот. На, держи, красить. У нас такое солнышко сегодня шикарное. У нас на календаре какое число? 13-е получается. Марта и суббота. То есть суббота 13-е, не пятница 13-е, а суббота. Я с утра уже наложила масочку филорговскую, свою любимую. В общем, пытаюсь быть красивой и счастливой. И да, мы сегодня с вами на Луну. Что такое? Что такое? И с утра сегодня обнаружила, что капилляр в глазу опять лопнул. Не знаю, что вообще происходит. Старость не радость, на самом деле. Молодец. У Алины новое занятие, новое увлечение. В детской кроватке укладывать... И сама укладываться, и укладывать игрушки свои, и накрываться при этом еще одеялкой. Давай, давай. Вот как. А мама качает, качает. А-а-а, как Алина песенку поет. Молодец. Что ты гоняешь? Что у нас на обед? Хорошо, что вчера много всего наготовила. Здесь рис, курочка. Сейчас покушаем, пообедаем. Я Алиночку уложу, мальчики пойдут гулять. И буду готовить, наверное, на ужин что? Суп, что-то типа этого. И мы с вами обязательно увидимся. Миша, ты чего? Так, всем приятного. У нас обед. Надеюсь, что кого-то поймаю, кого-то накормлю. Это как в том фильме про осьминожки, да? А кому-то не ложки, а кому 20 ложек. В общем, у нас тут тортик еще бабушка. Ой. А, рис прям горячий такой тортик бабушка привезла. Все, кушаю. Конечно, в планах на сегодня, на завтра убраться на своем туалетном столике. У меня Алиночка достает все абсолютно, что находится вот здесь и везде, в общем, в выдвижных ящичках. Такой хаос, поэтому все поднимаю сюда, и нужно будет подумать над тем, куда чего прятать на самом деле. И я хотела показать вам свой маникюр. На самом деле для меня это такое достижение. Здесь вот эксперимент с толстым слоем вот такого лака. Рио вот этот лак прислала мне Танюшка из Саратова. Классный лак. Что-то хотела еще какие-нибудь экземпляры прикупить. Я не знаю, где это сделать. А основной цвет моих ногтей — это вот такой лачок Nail Look. Приходил как-то в коробочке красоты. Замечательно шикарный оттенок. Иногда мне хочется такого цвета. И, конечно же, топ, несомненно, Салли Хансен. Мне кажется, лучше Салли Хансен, топов Хансенс. Салли Хансен, топов нет. Не знаю, как у вас, но когда я крашу ногти, я себя чувствую каким-то супер таким женственным, нежным созданием. И хочется их всем показывать, всюду их вытаскивать, так скажем, в кавычках, да? В общем, красьте ногти, девочки. Так, ну что, мои дорогие, начинаем с вами потихонечку готовить. Сейчас камеру установим, чтобы ничего не упало, ничего не свалилось, да, в процессе съемки. Все закроем, все подготовим. Что у меня тут на заднем плане? Так, поилка. Кстати, к этому поильничку Алиночка так и не смогла приспособиться, к сожалению, буду отдавать. Что это за коробка? А, чайник заварочный Фаберликон. Заказывала, в общем, никак. У меня у него не доходит. Представляете, вот никак. И тут муж еще меня взбаламутил. Он отмыл
старый чайник, представляете? Такой вот классный. Дело в том, что он сейчас, ну, на такой, на некой разгрузке, и заваривает все время ромашку, и я эту ромашку мужа тоже подворовываю. Так, чего тут у нас? Спрячу я этот чайник до лучших времен. Так, место для него найти — это целая отдельная история. И в сегодняшнем ролике я на самом деле хочу тут расхламить свой стеллаж. Я покажу вам посылочку iHerb, но это в конце. Готовлю сейчас. И хочу отметить, что такая халявная лавочка под названием iHerb для меня тоже заканчивается, потому что я написала отзывы абсолютно на всю продукцию, которую заказывала за эти 3 года. И я смотрю, уже последнее время iHerb мне бонусы за мои отзывы не начисляет, потому что там система, наверное, в шоке реально. Скажет, система, это что за шарлатан такой, да? Это что за бесконечные какие-то отзывы, бесконечные бонусы пользователь ждет. И, в общем-то, поэтому с iHerb скоро придется завязывать. Я, на самом деле, сегодня хотела снять вам параллельно с готовкой такой некий мукбанг. Что-то попробовать, что-то продегустировать, но... Сегодня, вот сейчас только я вспомнила, что я обработала свои зубы, и поэтому есть мне пока нельзя. 3 часа как минимум я стараюсь в этот промежуток времени после обработки дневной зубов, я стараюсь максимально прям продержаться, чтобы, ну, ротовая полость была, как говорится, чистой. Банально, но факт, как говорится. И, девочки, если вам интересна вот эта вот тема брекетов, да, что происходит, какие ощущения, как я обрабатываю рот, чем я чищу зубы, ирригатором пользуюсь, не пользуюсь, что я думаю по этому поводу, вы обязательно пишите, я буду освещать периодически такие моменты, такие вопросы, хотя это глупый вопрос со стороны меня, потому что всегда будет пользователь, который против вот этого всего, так, пользователь, для которого тема брекетов — это вообще не актуально. Может быть, даже кого-то будет тошнить от этого, тоже такое может быть. А есть пользователи, которые по крупицам собирают подобную информацию, они примеряют все это дело на себя, потому что в планах есть, либо они обдумывают, ставить, не ставить, стоит, не стоит. Девочки, если у вас, я вам скажу одно, повторю свою мысль 1 000 000 раз. Если у вас есть, думая о том, что у вас, ну, как бы неправильный прикус, вы комплексуете по поводу своих зубов, да, как они выглядят, кривые, косые, там, забористые, идите и записывайтесь на первичный прием к ортодонту. Я вас просто умоляю, не ждите с моря погоды. Пока вы не решитесь, никто за вас не решит однозначно. Ну что, начинаем мы с вами готовить супчик, голубчик. И прежде чем поставить суп, нужно что сделать? Конечно, помыть кастрюлю. Мне кастрюля грязная была. И так, я набираю воду из фильтра обратного осмоса. И меня как-то спрашивали девчонки: Ань, ты такая энергичная, ты как все успеваешь, девчонки? Вот все успеваешь — это вообще не про меня. Я стараюсь сейчас больше времени, ну как, настолько, насколько это возможно, времени посвящать и себе тоже, там, посмотреть там какую-то передачу, какой-то фильм. Конечно, не всегда это получается, не всегда это удается. И сегодня, вот честно, сегодня суббота, я с утра проснулась, начала варить эту чертову гречневую кашу, она мне будет уже скоро в кошмарных снах сниться. И я поймала себя на мысли, на том, что, боже мой, день не успел начаться, а я уже от него устала. Шум, гам, всем что-то нужно, и что-то как-то... Думаю, боже мой, когда наступит вечер, когда уже будем укладываться. Ну, в общем, о наболевшем, так скажем, да. Так, еще водичка пусть набирается. У меня кастрюля на 4 литра, и вот где-то на 2-3 дня нам хватает. Достала я мяско, у меня свиные косточки, вот такие довольно-таки жирноватые. Сейчас я посмотрю, проштудирую, и так, все, хватит, наверное. Так, вот моя кастрюлька отправляется на газ. Вот такой будет овощной суп. Добавлю замороженные овощи. Так,
мясо сейчас. Напишите, вы промываете мясо перед тем, как закинуть его в кастрюлю? Кто-то промывает, кто-то не промывает. Ой, и столько дискуссий по этому поводу. Давайте я промою. Тут косточки раздробленные, и как бы они, конечно, в суп не вымылись бы, да? Так вот я сейчас уберу. Так, ополосну. Так, хорошо. Мясо. Последний раз я вот варила суп, тоже овощной, щи варила. Болгарского перчика побольше прям туда нарезала. Суп получился жирный такой, и мы его не доели. Мне что-то он не очень понравился. И дети как-то вроде едят, и вроде как-то без удовольствия. Поэтому не знаю. В общем-то, посмотрим, что получится из этого супа. Но в прошлый раз я добавляла прям мясо цельное, свинину и курицу тоже добавляла. Такой наваристый получился бульон. Так, себе я сделаю, знаете что? Ромашку. В общем, вот в таких промежутках времени, когда я обработала зубы до следующего приема пищи, я вообще ничего не ем, я могу позволить себе просто обычную воду, либо ромашку, конечно, без сахара, без печенюшек, да, я вас умоляю, как говорится, так. Ромашка свеженькая, так у мужа немножечко позаимствуем, да, я думаю, что ничего страшного. У нас сегодня с вами такое разговорное видео, и у меня в планах, знаете что, поснимать для вас мукбанги. Я пару блогеров смотрю, и вот вижу, что у них проскакивают мукбанги. Что такое мукбанг? Это тот момент, когда блогер там что-то кушает и при этом разговаривает. И единственное, мне не нравится, когда мукбанг снимает блогер один, то есть ему приходится в это время и есть, и разговаривать, то есть все равно как-то получается неестественно. Да, он выражает какие-то эмоции по поводу съеденной пищи, там делится какими-то новостями, о чем-то рассказывает, но круто мукбанг получается, если снимаешь его вдвоем. У меня в планах снять мукбанг с моей Катей, и она тоже этого хочет, девочки. Что касается Кати и вообще ее жизни, а почему она не открывает свой канал, у нее есть такие мысли, поэтому, девочки, давайте еще раз напишем здесь ей комментарий, чтобы она все-таки решилась, чтобы она собрала мысли и волю в кулак. Что с моими бюстгальтерами, представляете? Ну, у нас сегодня очень такой чистосердечный блог, да, я сегодня надела новый бюстгальтер Shein, и что-то он какой-то неотрегулированный, что ли, и мне, в общем, лифчик поднимается к моему подбородку, и вообще, что происходит, я вот в шоке стою. В общем, что я делаю? Я сейчас делаю салатик, у меня огурчик, Петя попросила такой салатик, огуречек, помидорчик и бальзамический соус с маслом авокадо, он с маслечком называют такой салат, очень любит. Добавляю я еще в него, знаете что, добавляю вот такую приправу с кунжутом, здесь и черный кунжут, и морская соль, и сушеный чеснок, и белый кунжут. Девочки, вот эта приправа, которая называется Everything Blend, это что-то с чем-то. Нужно будет обязательно заказать еще. Я вот аналогов подобной приправы реально не встречала. В общем, такой салатик буду делать. Любимый его салат. Ну, в общем, детям, наверное, что-то не хватает, да, в организме весной. Хочется лизнуть огурчик, хотя бы полизать его, но вот видите, красота требует жертв, да, мы все время чем-то жертвуем, чем-то, как это правильно сказать, даже не знаю, как сказать, зелень полежала и что-то как-то она замерзла, что ли, в холодильнике, как-то скукожилась, а нет, нормально, нормально, немножечко она так, знаете, застыла. Немножко петрушки я отсюда возьму. До оливье руки никак не дойдут. Еще руки никак не дойдут до блинов. Я хочу дрожжевые блины такие с дырочками. У нас, в принципе, молоко есть, яйцо есть. Может быть, сегодня сделать, осилить. Муж у меня, дело в том, что сейчас занят в гараже. А может быть, вечером мне муж поможет. И я все-таки сделаю блинчики. Все-таки масленичная, там, как она правильно называется, неделя. И ну, хочется и детишек порадовать, и дома как-то обозначить вот этот праздник. Как ароматно. Нельзя же. Сейчас застрянет там железка. Ну, короче, девочки,
личные заморочки, личные бзики. Так, будем только ромашку глотать. Ну, еще минутка откровений. Если вы меня смотрите длительное время на регулярной основе, то вы знаете, что я сейчас решаю свои ортодонтические проблемы в ротовой полости. Уже все вверх у меня поставлен, и вот через буквально несколько дней я буду ставить низ. И помните, когда я была на первичном приеме у ортодонта, я вам говорила про это, что она меня спрашивала по поводу того, не беременна ли я, и по поводу того, ну, я сказала, что я не беременна, да, и она сказала, кормите, не кормите, я сказала, что кормлю, и она так мило улыбнулась и сказала, что давайте отлучайте ребенка от груди, да, поинтересовалась, какой возраст моего ребенка, и сказала, что нарушится прикус, и... Короче, я была в состоянии какой-то эйфории, я даже не могу описать свое состояние, я пропустила главного. Я пропустила, что она сказала, что ну, желательно при ношении брекет-системы грудью не кормить. Я залезла сразу в интернет, и что там девочки писали, писали, что и при беременности носили брекеты, и во время грудного вскармливания носили, и причем носили там по 4, по 5 лет. Но это как бы не ответ на мой вопрос, я начала копаться еще глубже. И, в общем-то, специалисты все рекомендуют все-таки при ношении брекет-системы на самом деле не быть беременной и не кормить грудью. Под брекет-системой зубки будут двигаться, но поскольку идет нехватка микроэлементов, в том числе кальция, так значимого для наших зубиков, да, зубы могут двигаться непредсказуемо, не так, как вот в обычной жизни у небеременной женщины, у женщины, которая не кормит грудью. Плюс еще нехватка микроэлементов сказывается на эмали, на состоянии зубов, то есть зубы могут разрушаться, откалываться. И почему я все-таки заинтересовалась этим вопросом, почему меня посетила вот эта идея? Дело в том, что я почувствовала жалобы со стороны одного из своих зубов передних, представляете? В общем, появилась кое-какая проблемка, нужно будет посетить стоматолога, решить эту проблему. Появилась высокая чувствительность, и я так подразумеваю, что у меня там сформировался еще дополнительно пришеечный кариес, представляете? Но в любом случае, я вот днями прям поняла, что мне нужно отлучать Алиночку от груди. Как бы я знаю, что такое отлучение ребенка от груди, я отлучала Мишутку, когда ему было... год и три, когда я забеременела Алиночкой. И в этом плане мне, кстати, до сих пор девчонки спрашивают, Ань, ты как отлучила Мишутку от груди? Ну какой секрет? Ну расскажи, даже кто-то обижается. Девочки, в этом моменте, в этом вопросе все зависит только от вас, независимо от того, сколько ребенку лет, какой у него там возраст, сколько ему месяцев. И я считаю, чем меньше ребенок, тем проще отлучить его от груди. И все зависит только от вас, вы должны сами себе дать установку, что все, вот он настал момент, вот оно последнее грудное вскармливание, да, и титю мажем уже получается зеленкой, там кто-то мажет горчицей, кто-то фукарцином, кто на что горазд. Я просто рассказываю, как было у меня, говорю, что все, титю съел жук там, либо баба-яга унесла, а потом все, тити нет, тити бобо, и все, ребенку не даем ни чуть-чуть, ни капельку, ни вот один разочек, все. Да, молоко придет, будет неприятно, будет больно, сцеживаемся до облегчения, да, но молочко перегорит. 2-3 дня и все. Ни мы первые, ни мы последние, кто отлучал. Я просто чисто физически, я понимаю, что я останусь без зубов. Ну, в общем, как мне написали в комментариях, такая тектоническая активность пошла уже, да, я понимаю, что мои зубы верхние расшатаны, что им необходимы микроэлементы, необходима сила, да, чтобы им встать на свое место. И мне нужно завязывать, конечно, с грудным вскармливанием, но я не могу пока это сделать, я просто не собралась еще психологически. Когда я отлучала Мишутку, у меня была 9-я неделя моей беременности Алиночкой, и ко мне присоединилась такая зараза, как гайморит, и я не спала ночами, я не спала днем, у меня поднялась температура, и я понимала, что если я сейчас ночами буду кормить еще Мишутку, я просто умру. Реально, у меня было такое ощущение, у меня была такая слабость, мне было так хреново. Там я решила, что все. А вот здесь, ну, наверное, пару дней еще подожду,
чего непонятно чего и куда отвечать. Смотрим, что интересненького мне удалось урвать с сайта iHerb. И на самом деле люблю всей душой этот сайт. Я не знаю почему, вот еще раз повторюсь, что iHerb — это, наверное, какая-то секта. Там закончилась акция, скидка 20% на всю уходовую косметику, которая была посвящена, вот эта акция, 8 марта. Но там постоянно на iHerb какие-то акции. По-моему, сейчас, если я не ошибаюсь, на бренд California Gold Nutrition идет скидка 20%, по крайней мере, на вот такую омегу точно. Мы эту омегу принимаем очень давно уже, курсами, естественно, и она улучшает состояние кожи, волос, как-то чувствуешь себя более женственной от нее, и она отлично просто переносит. Информацию по поводу скидок пропишу в описании к этому ролику, и я дополнительно предлагаю вам свой промокод, который дает вам скидку плюсом ко всем скидкам 20% на весь заказ, представляете? Поэтому дерзайте, и я всегда подчеркиваю, что на iHerb реально урывать все именно по скидкам. Я деткам урвала вот такую новинку, которая была представлена на сайте iHerb, такой осьминог. Девочки, качество исполнения просто на высоте. Это игрушка для купания, и в комплекте три вот таких вот колечка. Видите, тут рыбка, тут спасательный круг, и там, ну, какая-то морская звезда. Развивает мелкую моторику, игрушка для детей от 6 месяцев. У меня все играют, сражаются за эту игрушку, кто будет купаться. Заказала на этот раз очередные чипсы, конечно же, как что-то заказывать с iHerb и не заказать чипсы. Чипсы идут со вкусом пицца Маргарита, и они не картофельные, а, по-моему, какие-то чечевичные, что ли. Но в любом случае полную информацию оставлю в описании. И дело в том, что мы их сразу съели, ну как мы, да. Кстати, обратите внимание, что не аллергичные, не токсичные, безглутаматные, такие вот стандартные картофельные чипсы. Если вот эти чипсы идут, ну, из как такого а-ля из теста, да, такие воздушные они получаются, то вот эти прям из картошки такой обжаренной. Они жестковатые, но они очень ароматные, они со вкусом маринованных огурчиков. Увидела рекламу вот этого продукта в Инстаграм. Такие как круглые вафельки с карамельной прослойкой, девочки. Полный вот такой аналог есть у бренда Яшкино. И что хочу сказать, эти вафельки, они вообще без химии. В Яшкино химии есть. Эти вафельки, они жестче, видите, они такие порционные. Их нужно греть над кружкой с чаем, и тогда якобы они станут, ну, не такими жесткими, помягче. Здесь 25 вафель, вкусный продукт. Я попробовала и Яшкино, и вот эти вафли. И я не особый сейчас дегустатор именно подобного рода десертов, но могу сказать, что мне кажется, что я Яшкино вкуснее, там более насыщенный вкус сгущенки, что ли, как-то по сливочности те вафли все-таки вкуснее, но здесь нет химии, имейте в виду. Заказала вот такую вот красоту от бренда Гималая. Это из рубрики новинки тоже. Кстати, очень бюджетно получилось со всеми моими скидками. Это умывашки для лица, для жирной кожи. Получается с клубникой, с лимоном. Одну буду отдавать сестре, конечно же. И классная такая консистенция. Внутри такая гелевая и как будто вот с кусочками клубнички. Заказала я фисташковую пасту. Это из рубрики новинки в том числе. В общем, так хочу сказать, что продукт не бюджетный, но продукт мне очень понравился, особенно с учетом моего состояния ротовой полости, да. Я кушаю все это дело с батончиком, там, с крекерами какими-то, предварительно их намочив в чае, допустим. Здесь в составе только измельченные фисташки, здесь оливковое масло и соль морская, больше ничего нет. Хочу сказать, что этот продукт очень такой калорийный, очень такой густой, им быстро наедаешься, насыщаешься, и потом уже к нему просто не тянет, видимо, организм пополняет какие-то свои там скрытые запасы. А это рай для моего мужа от бренда Mariani Family. Это сушеные кольца ананаса. Продукт очень ароматный, продукт органический, без содержания сахара. Заказала вот такую вот литровую бадью по акции. Это штука для мытья пола. Ну, подобные штуки всегда актуальны в домашнем хозяйстве, да, обязательно попробую, потом в пустых баночках расскажу, во влогах расскажу. В заказе у меня вот такое чудо чудное. Это соль из морских водорослей, в общем-то, с повышенным содержанием йода, естественно, и вроде бы как
какая-то супер полезная соль, вот именно та соль, которую добывают именно как-то водоросли, что ли, либо что-то там смешивается как-то. В любом случае, девочки, если вы заказывали такой продукт, обязательно поделитесь своим мнением. И в описании написано, что это альтернатива соли. Надеюсь, что это все дело, вся вот эта история не будет слишком вонючей. Дело в том, что мы как-то заказывали роллы с морскими водорослями. Там, ну, в сете был, да, такой компонент роллов, и эти роллы пахли нашей покойной черепашкой. Я извиняюсь за такие подробности, но факт остается фактом. Я надеюсь, что запах будет сносный. В общем, такой рынок. Взяла зубную пасту Джейсон, брала зубные пасты подобного бренда, и не раз они напоминают мне десерт Essence, то есть вытяжки какие-то натуральные, экстракты, эфирные масла в составе, очень такие насыщенные, ядреные, концентрированные пасты. И эта паста у меня с чайным деревом, ну, с маслом чайного дерева, конечно же, да, и с корицей цинамон. Заказала от Simply Organic вот такой вот черный перец душистый горошком. Ну, солим сало, готовим без конца, да, я думаю, что вы понимаете всю масштабность событий происходящих. И все это дело было запаковано вот в такую вот обертку, я еле-еле извлекла. Это все мои заказы с сайта iHerb. В общем-то, обязательно заглядывайте в описание этого ролика. Я пойду уже доваривать свой суп. Может быть, вечером Алиночка проснется, мы выйдем погулять еще, осилим, потому что мне скорее нужно самой, чем ей, просвежить мозги. Жду вас в комментариях под этим роликом, и всем пока-пока. Кстати, если вы хотите что-то попробовать с iHerb, может быть, вам провести какой-то конкурс, то обязательно дайте знать.